Отложенное наказание. Южноуральского грабителя поймали через 16 лет после совершения преступления. Остальных его двух подельников уже давно осудили. Мужчина вместе с сообщниками похищал автокраны еще в 2004 году. Грабители останавливали технику на дороге, водителя спаивали и оставляли на трассе. Один из шоферов даже умер от переохлаждения. В 2005-м преступника объявили в международный розыск, однако поймать его удалось лишь сейчас. Его задержали в Кабардино-Балкарии и арестовали. Сейчас прокуратура утвердила обвинение, дело передано в суд. Мужчине грозит провести за решеткой до 12 лет. При этом его не спасет даже срок давности по делу, ведь после объявления в розыск этот принцип отменяется.